Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. А на моем телеграм-канале проходит розыгрыши реакции. 15 реакций, ребятки, участвуйте. Ребятки, слушаем нашего батишинника, развратника маленького, Бэби Мэйло. Пойдем, друзья. Какой из тебя брат, мы въебали твоего барыгу. Где твоя халпа, ёбнув твоего типа. Не увидел нихуя, ты стал, а я смеялся на его слезах. Какой из тебя брат, какой из тебя брат. Так, а там что за исполнитель еще один? Или это Бэби Мэйло был? Что-то он свет. Вот этот, по-моему, а это не он, да ведь? Вот Бэби Мэйло. А что, он похудел, что ли? Постранил? Всегда такой был, ты что? Подожди, ему 15 лет. Подожди, а исполнял-то другой был? Я сейчас смотрела, парень. Он пел. Он, а что-то я его не вот самое. Не поняла, он или не он. Ребятки. Ребят, манера исполнения шикарная, да, у него, ребятки. Он такой, знаете, оторва, я могу сказать, да, ребятки. Он ничего не стесняется. Он такой сам себе. Он вообще ничего не боится. А почему, ребятки? Ему на всех все наплевать. Да, пох ему. На всех. Почему, ребят? Как вы думаете, почему? Он миллионер, у него деньги. Он себя выше всех чувствует, ребятки. Тоже ты хочешь? Я так... Нет, я не хочу. Нет. Нет, 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 нет. Так я не хочу, чтобы ходить так материться, плевать на всех. Не хочу, ребятки. Деньги, денег всегда, денег все не заработаешь. Сколько есть, они все наши, все. Меня устраивает. Меня устраивает, ребятки. Как бы Мэйло не хочу, ребят. Слушай, он повзрослел, смотри. Подожди. В очках он, вот. Вот, вот он. Это он? Да. Тут светленький. Вот он. Что-то он себя не похож, другим мне показался. Что скажу? Это, конечно, ребята, у них образ такой, да. Они так себя показывают, позиционируют, да, ребятки. На самом деле, мне кажется, они другие ребята, да. Вот мальчики в группе, там сколько человек, много их, да. Они на самом деле хорошие мальчишки. И вот это тоже хороший пацан. Он просто немножко воображает. Он воображает. Он себя такого... такого блатата ставит, я так скажу, да, ребятки. Ягод такой, там все, да. Нет, ребятки. Он такой же простой мальчишка, просто он умеет деньги зарабатывать, ребятки. Немножко, конечно, восхваляется, ребятки, да, я думаю, восхваляется. Ну, что я еще скажу, ребятки? Конечно, он замечательно поет, ребятки. Он хорошо рэп читает, ребятки. Он
очень талантливый. Голос у него красивый, конечно. Мне его музыка нравится. Манера исполнения такая свободная, ребятки. Свободная, да, ребят? Ну, почему она свободная? Он сам по себе такой человек. Раскованный, свободный, ребятки, да? Потому что у него очень много денег, очень много возможностей. Когда деньги есть, он может любой клип снять. Любой клип снять, любую музыку, любой трек. Что хотите, ребятки? Понимаете? Ну, вот. Я, конечно, надеюсь, со временем, когда он повзрослеет, чуть-чуть постарше будет, да? Ну, пусть я еще года 3, например, да? 3, 2.5, да? Ему 18 только будет через 3 года. Да, только 18 будет. Вот 25 лет он остепенится. Он будет другим. Он будет таким классным исполнителем. Он сейчас классный исполнитель. Он классный, но у него будут другие треки, ребятки, другие. А чем тебе его трек не нравится? Прекрасный трек. Матершинный. Мне нравится. Не нравится. Мне нравится. Матершинный не нравится, ребятки. Хочу, чтобы был немножко другой. Чтобы поменьше мата было, ребятки. Поменьше мата хочу, ребятки. А чтобы голос его оставался, музыка его оставалась, манера исполнения оставалась, ребятки. А немножко текст другой хочу, ребятки. Потому что он здесь, видите, ребятки, и пистолеты показывает, и ножи показывает. Что только не показывает, ребятки. Не надо. Не надо. Ну все, мои хорошенькие. Пока, друзья.